Всем привет, ребята! Меня зовут Алина. Я отправляюсь со своей семьей в Киев. Вот, но Лиза не знает, что сегодня приедет Алинка. Как это движется? Всем привет, ребята! И да, вы не ошиблись, вы действительно на канале Лиза Найс. И так как вы видите маму, значит сегодня будет видео пранк над Лизой. Да, совершенно верно, сегодня пранк над Лизой. Ребятки, вам спасибо огромное, нас уже 700 тысяч ананасиков, даже больше. Ребятки, вам спасибо огромное, Лизочка всех очень любит. Ну и я тоже, конечно, вам спасибо отдельно тем ребятам, которые предлагали маме создать отдельно свой канал с пранками. Очень классная идея. Может быть, когда-нибудь до нее доберусь и на нее хватит времени. Но вы все равно, ребята, пишите идеи для пранков. Это очень интересно. Очень-очень интересно, у кого какая фантазия. Итак, ребятки, сегодня знаете, какое будет видео? Сегодня будет такой пранк, вот пранк не пранк, пранк-сюрприз для Лизы. Почему? Потому что сегодня приезжает Лизина сестричка двоюродная, которую Лиза просто обожает. Она очень любит Алинку. Вот, но Лиза не знает, что сегодня приедет Алинка. Итак, вот скоро Алинка уже с родителями приедет, а в это время у нас сейчас 8 часов утра. Представляете? Мы разбудили Лизу, и под предлогом, что нужна помощь папе, Лиза с папой сейчас ушли в магазин. Ребята, очень рано, в воскресенье, 8 утра, и Лиза с папой пошли в магазин. И сейчас должна прийти Алинка, пока Лизы нету. Они уже тоже, Алинка со своей семьей уже написали с поезда, что они уже едут. Вот. Мы нашли большую коробку. Я думаю, мы найдем большую коробку, и если Алина поместится, то сядем и скажем, что это подарок для Лизы. Вот. Так что, я думаю, будет видео очень интересным. Как правило, Лиза Алину встречает с вот такими крокодилями слезами. Лиза всегда так радуется. Вот. Я думаю, видео будет очень интересным. Поехали. Всем привет, ребята! Меня зовут Алина. Я отправляюсь со своей семьей в Киев, там, где живет моя двоюродная сестричка и два двоюродных братика. Я их очень сильно люблю и очень жду, когда мы уже быстрее выйдем. Я в таком предвкушении просто. А самое главное, моя сестра не знает, что я еду к ней. То есть для нее это будет сюрприз. Она уйдет с утра, ее родители там куда-то пошлют. В это время мы приедем к ним домой, и я спрячусь в коробку. Родители спрячутся в комнате, и она зайдет в свою комнату, и я выпрыгну с коробки, ну, или я не знаю точно, как это будет, но я уже очень сильно жду. Давайте открывайте, сейчас я телефон передам. А как? А что, Лиза зайдет, и что мне надо делать? Подушку. Давайте так, ну, Лиза зайдет и увидит коробку, большую коробку. Она сама раскрутит. А что это мы? А это тебе подарок. Ага, я поняла. И когда будут возле подъезда, Витя напишет, и мы быстренько так, мальчики наверх, вы туда, а Алина здесь со мной. Ну, Рома, это все хорошо, может спалить. Надо в него идти. Ждем Лизу сейчас. Смотрим в окно, где она там есть. Все, ребята, вон они топают. Где? Все, быстренько, брысь. И вам тоже. Алина, полезай в коробку. Фух, ребята, Лиза поднимается, Лиза на лифте, и сейчас что-то будет такое. Попробуй, может открыто ли? Давай, прижми. Давай, закрой. Так, ключ. А я думала, это выпускал. Что? Я с подписчиков признаю. Прикол. Я с подписчиков подарок. Я подумала, вы вышли. Значит, все понятно. Значит, это ваш пранк. А подписчиков тебе подарок, иди. А ну, пойдем посмотрим. Что ты на меня смотришь так подозрительно? Иди. Навряд ли это очень. Ты думаешь? Ну да. Кто не может знать, о чем ты думаешь? Никто не может ладно, знать, все, короче, что это может быть. Курточку, пожалуйста, повесь на место, ладно? Нет, я знаю.
это отключи. Мне кажется, я знаю. Что такое? Так ты попробуй угадай вообще, что тут в коробке есть. Для начала. Ну, прикольно, если бы здесь была Алинка. Да ладно. Она здесь не поместится. Ну, Алина так точно поместила. Давайте посмотрим. Что здесь? Как это движется? Привет! 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 Подарок от подписчиков! Подарок от подписчиков! Не понял, кто это узнала? А зачем бы папа меня в 8 утра поднял? Ты только что догадалась, да? Или нет? Забыл стол купить. Поедешь со мной? Конечно, поедешь. Лена, круто. У нас же сейчас сериал мы будем снимать, поэтому ты с нами будешь. Я со всеми познакомлю. Поняла, то, что кто-то снимает. А потом поняла, а зачем папа меня поднимал в 8 утра, чтобы помочь ему сходить в магазин? Это странно, да, как-то? В воскресенье, 8 утра, да? Милашки такие классные. Слушай, Лиза, а почему ты сразу подумала Алина? Да, потому что это самый лучший для меня. Лучший мой подарочек это ты, да? Вот такой вот сюрприз у нас получился. Мне он безумно понравился, потому что реально мы с Алиной видимся очень-очень редко. Да, и тут просто обычный такой день. И, кстати, меня папа поднял 8 часов и сказал, пошли, поможешь мне в магазине. Мы очень старались, чтобы это было неожиданно. Я уже ехала в поезде и просто так хотела, чтобы мы уже просто сделали этот сюрприз. Я очень долго ждала. Мы приехали, получается, Лиза уже не была дома, она была в супермаркете. И ее папа писал маме, что где они, мы выходим, мы зашли, мы на кассе, и меня тут пока упаковывали. В общем, это очень было. Кстати, круто. Я только поняла, я заметила, папа постоянно был в телефоне. Постоянно. Да? Да. Ну да, он писал, мы медленно выходим с супермаркета. И мы сразу это такие, как ну подбежали. Вот они вышли, все, все, это прям так, знаешь, какая-то спецоперация. Это было прям очень, да. Это было весело. Тум-тум-тум-тум-тум. Но я очень удивилась, когда ты говоришь, да, там Алина. Я такая думаю, ничего себе. Просто прикол в том, что папа меня снимал с одной камеры, ну, с телефона, и я поняла то, что будет сейчас только. Серьезно, сейчас что-то будет эпичное, что-то крутое. А смотрю, а там огромная коробка. Что может быть в большой коробке? То, что мне может понравиться. Конечно же, это Алина. В общем, ребят, я думаю, мы будем проводить сегодняшний день круто. Да. Мы сейчас очень хотим пойти прогуляться, порассказывать, у кого как дела. Кино и так далее. Да. В общем, мы будем снимать школу перезагрузку, следующую серию. Да, и я, кстати, засниму бэкстейдж, потому что мне было очень интересно посмотреть, как же снимается сериал. Это довольно-таки необычно. Ребята, если вы хотите посмотреть, как Алина пыталась выполнить миссию, крутую миссию, то обязательно переходите на Алинин канал, и также там вы сможете увидеть бэкстейдж с школы перезагрузка. Это было очень интересно. Поэтому подписывайтесь на Алинин канал, там есть бэкстейдж школы перезагрузка. Ребята, я надеюсь, вам понравился этот нереально крутой пранк-подарок. Мне он безумно понравился. Неожиданно, очень неожиданно, поэтому очень понравилось. И я надеюсь, вам понравилось это видео. Если это так, то подписывайтесь на Алину и на мой канал. И ставьте лайки этому видео. А с вами была я, Лиза Найс, и Алина Михайлова. Всем пока! Всех любим! Пока! Блин, я в школе всего 3 дня. И уже успела подраться с одной из одноклассниц. Что же будет дальше? Так, я не понял. Да, здравствуйте. Здравствуйте. А что у вас в классе происходит? Да вот, кушаем. Потапчук, Константин. Да. Ты забыл, в каком ты классе учишься? Нет, не забыл. Или давно на пересдаче бегал? Давно. Жду через 5 минут у себя в кабинете. А это что? Пицца. И кто эту пиццу заказал? Да мы сами. А кто
кто пиццу заказал, реально?